Уильям Гибсон. Континуум Гернсбека. Судьба жалилась надо мной, и все произошедшее начинает расплываться, блекнуть, превращаться в эпизод. Если временами и случается уловить что-то странное, это только боковым зрением. Хромированные осколки поделок сумасшедшего доктора надежно прячут себя в уголке глаза. На прошлой неделе в небе над Сан-Франциско парил этот лайнер-бумеранг, но уже почти совсем прозрачный. И похожие на акул машины появляются все реже. И бесплатные шоссе уже не развертываются передо мной сверкающими восьмиполосными монстрами, по которым в прошлом месяце мне довелось вести взятую на прокат Тойоту. И я знаю, что ничего из этого не последует за мной в Нью-Йорк. Восприятие мира сузилось до единственной ленты вероятности. А это стоило немалого труда. И еще спасибо телевидению. Все это, думаю, началось в Лондоне, в псевдогреческой таверне на Беттерси Парк Роуд во время ланча, оплаченного фирмой Коэна. Еда там была безвкусная и горячая. Кроме того, официант полчаса не мог найти ведерко со льдом для бутылки рицины. Коэн работает на Беррис Уотфорд. Они издают модные нынче фолианты в мягкой обложке. Этакие многостраничные иллюстрированные справочники по истории неоновой вывески, игровых автоматов с шариком или, скажем, заводной японской игрушки периода послевоенной оккупации. Я приехал сделать серию снимков для рекламы обуви. Калифорнийские девицы с загорелыми ногами, обутыми в кроссовке от Дайгло, резво скакали перед моим объективом по эскалаторам универмага Сент-Джонс-Вуд и платформам станции Тутинг-Бэк. Некое молодое агентство, голодное, но хваткое, решило, что загадка лондонского транспорта именно то, что нужно, чтобы продать нейлоновые кроссовки с рифленой подошвой. Агентство платило, я снимал. А Коэн, которого я смутно помнил по Нью-Йорку, пригласил меня позавтракать за день до того, как я должен был вылететь из Хитроу. С собой он привел модно одетую девицу по имени Дайалта Даунс. Подбородок у нее отсутствовал, зато она была видным специалистом по истории поп-арта. Как сейчас вижу, как она появляется под рукой с Коэном под пульсирующей неоновой вывеской. Огромными заглавными буквами вспыхивают и гаснут слова «На этом пути безумие». Коэн познакомил нас и пояснил, что Дайалта разрабатывает для Беррис Уотфорд новый проект. Готовит иллюстрированную историю того, что она называет «американским обтекаемым модерном». Коэн в шутку именовал его «готикой бензозаправочно-лучевого пистолета». Рабочим названием книги пока оставалось «Обтекаемый футурополис. Завтра, которого никогда не было». Да, это была именно она. Чисто британская одержимость наиболее вычурными элементами американской поп-культуры. Западные немцы точно так же бредят ковбоями и индейцами, а во Франции смакуют старые фильмы Джерри Льюиса. У Дайалты Даунс это проявилось в маниакальном пристрастии к той уникальной разновидности американской архитектуры, о которой большинство американцев даже и не подозревает. Я и сам поначалу не очень-то понимал, о чем это она толкует, но постепенно до меня дошло. Я обнаружил, что вспоминаю воскресные утренние телепередачи 50-х годов. Иногда на нашей станции, заполняя паузу между программами, крутили старые киножурналы, дрожащие и сцарапанные. Ты сидишь себе с куском хлеба с арахисовым маслом и стаканом молока, а съеденный шумом статики голливудский баритон вещает о летающих автомобилях будущего. А на экране три инженера из Детройта суетятся вокруг огромного древнего Нэша с крыльями. Потом он яростно громыхал по заброшенной дороге где-нибудь в Мичигане. На самом деле он так никогда и не отрывался от земли, но, оказывается, улетел-таки в эту страну никогда-никогда, Дайалты Даунс. Истинное прибежище не знающих преград технофилов. Она описывала то одни, то другие образчики футуристической архитектуры 30-х и 40-х. Те самые дома и ограды, которые на каждом шагу встречаешь в американских городках, совершенно их не замечая. Напоминающие шляпки великосветских дам палатки кинотеатров с раструбами проекторов, словно бы для излучения некой мистической энергии.
Заброшенные магазины с фасадами из гофрированного алюминия, трубчатые хромированные кресла, собирающие пыль в вестибюлях отелей. Во всем этом ей виделись осколки мира мечты, позабытые в равнодушном настоящем. Она хотела, чтобы я сфотографировал их для нее. 30-е годы видели первое поколение промышленных дизайнеров. До сих пор все точилки для карандашей выглядели как точилки. Еще викторианских времен механизм, быть может, с ободком декоративного орнамента. С приходом промышленного дизайна точилки стали выглядеть так, как будто их собирали в аэродинамической трубе. Изменения не шли дальше поверхности. Под обтекаемой хромированной оболочкой пряталось все то же лезвие. Что ж, это вполне логично. Ведь наибольшего успеха добивались дизайнеры, вышедшие из театриков на Бродвее. Все это было не более чем декорацией. Профессионалы изощрялись, играя в жизнь в будущем. За кофе Коэн извлек толстый матерчатый конверт с целой стопкой глянцевых фотографий. Я увидел крылатые статуи, охраняющие Гувердам. 40-футовые бетонные монументы, выглядящие так, будто они опираются на воображаемый ураган. На стол веером легла дюжина снимков Johnson Wax Building по проекту архитектора Фрэнка Ллойда Райта в перемешку с обложками старого палп-журнальчика Amazing Stories с рисунками художника по имени Фрэнк Р. Пол. Служащим фирмы Johnson Wax должно быть казалось, что, приходя на работу, они вступают в одну из пульповых утопий Пола. Здание Райта выглядело так, словно оно создавалось для людей, носящих белые тоги и легкие сандалии. Я задержался на рисунке грандиозного авиалайнера с многочисленными пропеллерами. Он походил на плоский симметричный бумеранг с окнами в самых неожиданных местах. Стрелки с подписями указывали расположение великолепного бального зала и двух кортов для сквоша. Рисунок был датирован 1936 годом. «Не мог же он летать?» Я поднял глаза на Dialto Downs. «Нет, конечно. Он не поднялся бы в воздух даже с этими 12 пропеллерами. Но им нравилось. Разве вы не понимаете? Из Нью-Йорка в Лондон всего за 2 дня. Первоклассные рестораны, солнечные палубы, вечерами танцы под джаз. Видите ли, дизайнеры тех времен были популистами, а публика жаждала будущего». Я уже третий день мучился в Бербенке, пытаясь вдохнуть искру Божию в скучное с виду кресло-качалку. И тут пришла посылка от Коэна. Нет ничего необычного в попытках заснять на пленку то, чего на самом деле нет, однако это чертовски сложно, а значит, такой талант пользуется большим спросом. Я, конечно, здесь не корифей, но умею делать это неплохо. Однако это злосчастное кресло заставляло меня выжимать из моего Никона все... Однако это злосчастное кресло заставляло меня выжимать из моего Никона невозможное. Как и все, я люблю хорошо делать свое дело, и потому закончился этот контракт для меня депрессией, впрочем, не самой черной. Наученный горьким опытом, я еще в самом начале поспешил удостовериться, что получил за свою работу чек. А потому решил развеяться тонкой артистичностью заказа от Бэрис Уотфорд. Коэн прислал мне несколько книг по дизайну 30-х годов, еще одну пачку снимков обтекаемых зданий и список из 50 излюбленных Dialto Downs образчиков этого стиля в Калифорнии. Съемки архитектуры неизбежно несут в себе ожидания. Здание превращается в подобие солнечных часов, пока ты ждешь, чтобы тень сползла с нужной тебе детали или чтобы определенным образом выявилась гармония структуры и массы. Часы вынужденного безделья я пытался вжиться в Америку Dialto Downs. Пара промышленных зданий, проступивших на матовом стекле Хассельблада, приобрела вдруг некое зловещее достоинство тоталитарного строя. Собратья стадионов, какие строил для Гитлера Альберт Шпеер. Но остальное не давалось в руки. Оказалось, эфемерные субстанции, впитавшие в себя коллективное подсознание Америки 30-х годов, удалось выжить лишь по окраинам захолустных городков с их пыльными отелями, дешевыми распродажами тюфяков и мелкими складами всяческого хлама. Подумать только, какой путь мне пришлось проделать ради одной единственной бензоколонки. В разгар эпохи Даунс возглавлять проектирование калифорнийских заправочных станций поставили, видно, Минга Безжалостного.
Предпочитавший архитектуру своей родной планеты Монго, Минг исколесил все побережье, воздвигая бензоколонки. Меня они неизменно наводили на мысль о пистолетах в белом гипсе. Все они щеголяли непропорционально вытянутыми центральными башнями, окруженными странными выступающими зубцами, сегодня сказали бы излучателями. Они, очевидно, должны были стать визитной карточкой его стиля. Создавалось впечатление, что стоит только найти кнопку, которая бы запустила механизм. Они тут же разродятся очередью мощных взрывов чистейшего технического энтузиазма. Одну такую бензоколонку я успел заснять в Сан-Хосе за час до появления бульдозеров, которые с грохотом проломили структурную истину из гипса, железных решеток и дешевого бетона. «Отнеситесь к этому, — говорила Даялта Даунс, — как к некой альтернативной Америке. 80-е годы 20-го столетия, которые никогда не наступили. Архитектура несбывшейся мечты». В таком вот настроении, продвигаясь на красной Тойоте по крестному пути, освещенному социоархитектурным распятием Даялты, я постепенно настраивался на теневой образ Америки, которой никогда не было. Той Америки, где заводы Кока-Колы выглядят как выброшенные на берег субмарины, а заштатные кинотеатры кажутся храмами какой-нибудь богом забытой секты, поклоняющейся голубым зеркалам и геометрии. И пробираясь меж этих потаенных руин, я осознал, что спрашиваю себя, что подумали бы обитатели этого потерянного будущего о мире, в котором живу я. 30-е годы одевали свои мечты в белый мрамор и обтекаемый хром, бессмертный хрусталь и полированную бронзу. Но однажды глухой ночью ракеты с обложек гернсбековских журналов своим упали на Лондон. После войны автомобили появились у всех и у каждого, только вот крыльев у них не было. Появились и обещанные супертрассы, чтобы ездить на них, так что даже небо потемнело. А выхлопные газы съели мрамор и изрыли оспинами чудесный хрусталь. И вот однажды на окраине Болиноса, устанавливая камеру, чтобы заснять роскошный экземпляр марсианской архитектуры Минга, я прорвал тонкую мембрану вероятности. Так легко и плавно я переступил грань. И, подняв глаза, увидел 12-моторное нечто, похожее на сплющенный бумеранг. Со слоновьей грацией оно ползло себе своей дорогой на восток, да так низко, что я мог бы пересчитать заклепки на его тускло-серебристой шкуре и услышать, быть может, эхо джаза. С этим я приехал к Кину. Мерв Кин – вольный журналист. Специализируется он на техасских птеродактилях, контактах с НЛО, лохнесских чудовищах и теориях о заговоре 10, угнездившихся в самых глухих закоулках американского массового сознания. «Неплохо, неплохо», – сказал Кин, натирая полы гавайской рубашки желтые стекла полароидов. «Но не ментально, не цепляет». «Но я это видел, Мервин». Мы сидели у бассейна под ярким солнцем Аризоны. Он как раз ожидал визита чиновников-пенсионеров, приехавших в Таксон из Лас-Вегаса. Их предводитель, вернее, предводительница, принимала известие от них на свою микроволновую печь. Я провел за рулем всю ночь, и это начинало сказываться. «Ну да, конечно, ты это видел. Ты же читал мои статьи. Тебя что, не устраивает моя теория НЛО?» «Все ясно и до идиотизма просто. Людям многое чего видится». Аккуратно водрузив очки на длинный ястребиный нос, он устремил на меня взгляд Василиска. «Ничего нет, а они видят. Вероятно, потому что им это нужно. Ты же читал Юнга и должен знать, что все это выверты подсознания. Твой случай до смешного очевиден. Ты сам признаешь, что постоянно думал обо всей этой черепковой архитектуре, что у тебя возникали разные фантазии. Послушай, я ведь помню, разве ты когда отказывался от дозы? Да и кто из нас в Калифорнии пережил 60-е годы без единой галлюцинации?
Помню ночь, когда ты решил, что всю армию рисовальщиков Диснея подрядили вплести мультяшные голограммы египетских иероглифов в ткань твоих джинсов. Или как... Но на сей раз все было совсем не так. Естественно, не так. Все было совсем иначе. Это было в окружении обычной реальности, верно? Все вроде нормально, а затем вдруг появляются монстр, мандала, неоновые сигары. А в твоем случае гигантский аэроплан Тома Свифта. Такое происходит сплошь и рядом. Ты даже не сошел с ума. Ты ведь и сам это знаешь. Он выудил из переносного холодильника возле своего шезлонга банку пива. На прошлой неделе я был в Вирджинии, округ Грейсон. Беседовал там с 16-летней девочкой, на которую напал Урсус Глав. Кто? Урсус Глав. Отрубленная голова медведя. Видишь ли, этот Урсус Глав сам по себе плавал в воздухе, как летающая тарелка, и походил при этом на старенький кадиллак кузена Вейна. Красные глаза горели, как два сигарных окурка, а за ушами торчали хромированные телескопические антенны. Ким поперхнулся пивом. И это напало на нее? Как? Едва ли тебе стоит это знать. Ты у нас, судя по всему, впечатлительный. Он был холодный. Ким соскользнул на свой ужасающий южный акцент. И металлический. Издавал шум, как электрический прибор. Так вот, дружок, это уже нечто реальное, а именно прямой плод массового подсознания. Эта маленькая девочка-ведьма. Она бы увидела дьявола, не будь она воспитана на повторных показах бионического человека и всех этих стартреков. Она в основном потоке и знает, что с ней происходит. Я урвал 10 минут, прежде чем появились серьезные мальчики из ассоциации по изучению НЛО со своим дурацким детектором лжи. Должно быть, вид у меня стал расстроенный, потому что он осторожно поставил свое пиво рядом с холодильником и выпрямился в шезлонге. Хочешь шикарное академическое объяснение? Так вот, ты видел семиотический призрак. Все байки контактеров, например, не выходят за рамки второсортной научной фантастики, которая пропитала всю нашу культуру. Я готов поверить в пришельцев, но только не в тех, которые один к одному выглядят как инопланетяне из комиксов 50-х годов. Это семиотические фантомы. Осколки подспудных фантазий в рамках определенной культуры, которые откололись и обрели собственное бытие. Знаешь, канзасским фермерам до сих пор постоянно видятся воздушные корабли Жюля Верна. Ты же видел призрак иного рода, вот и все. Когда-то этот аэроплан был частью массового подсознания. А ты каким-то образом подобрал этот осколок? Важно лишь не переживать из-за этого. Однако я переживал. Ким причесал редеющие светлые волосы и отправился выслушивать, что в последнее время имели сообщить они насчет радиуса действия радаров. А я, задернув в комнате шторы, лег в кондиционированной темноте переживать. Проснувшись, я все еще переживал. Ким оставил у моей двери записку. Он дечартерным рейсом вылетает на север проверить слух о мутациях скота. Он их называет мутиками. Еще одна из его журналистских специализаций. Я поел, принял душ, проглотил крошащуюся таблетку стимулятора, которая вот уже 3 года болталась на дне моего НССРа, и отправился назад в Лос-Анджелес. Скорость ограничивала обзор туннелем света от автомобильных фар. Я уверял себя, что тело может вести машину, пока разум занят своим делом. Занят и потому не обращает внимания на жутковатые фигуры, вычерчиваемые на боковых стеклах амфетамином и усталостью, на всю эту светящуюся спектральную растительность, что вырастает на полуночных трассах в уголках глаз. Но мыслям не прикажешь. Слова Кина о том, что я раньше называл своими видениями, бесконечно дребезжали в моем мозгу по вытянутой восьмерке. Семиотические призраки. Фрагменты массовой мечты, сметенные ветром от моей машины. Каким-то образом эта двойная петля наложилась на действие стимулятора, и скоростная растительность вдоль дороги стала приобретать оттенки инфракрасных снимков, сделанных со спутников.
И по обе стороны от «Тойоты» понеслись назад в потоке воздуха пылающие клочья. Я притормозил. Вспыхнув напоследок, погасли фары, и десяток алюминиевых банок из-под пива весело подмигнули мне, желая доброй ночи. Интересно, который час сейчас в Лондоне? Я попытался представить себе, как Дайалта Даунс завтракает у себя в Хэмпстеде, окруженный обтекаемыми хромированными статуэтками и книгами по американской культуре. Ночи в здешней пустыне без конца и без краю. И даже луна как будто висит ниже. Я долго смотрел на луну, а потом решил, что Кин прав. Главное – не переживать. По всему континенту люди, гораздо более нормальные, чем я при всем желании смогу когда-либо стать, каждый день видят гигантских птиц, снежных людей или летающие нефтеочистители, обеспечивая тем самым занятость и платежеспособность Кина. Почему я должен расстраиваться, если мельком увидел в небе над Болиносом заблудившийся поп-образ 30-х годов? И я решил поспать. Волноваться стоило из-за гремучих змей и хиппи-каннибалов, и то лишь в худшем случае. Приятно поспать, зная, что ты в полной безопасности посреди дружелюбного мусора знакомого континуума. Утром я поеду в Ногалес фотографировать старые публичные дома. Сколько лет я уже собираюсь это сделать? Сон победил, таблетка стимулятора сдалась. Меня разбудил свет, и только потом уж голоса. Свет шел откуда-то из-за моей спины и отбрасывал внутрь машины колеблющиеся тени. Голоса звучали спокойно, но не отчетливо. Судя по всему, мужчина и женщина были погружены в разговор. Шея у меня затекла, а в глаза как будто кто-то насыпал песку. Нога занемела, прижатая к рулевому колесу. Я пошарил в карманах рабочей рубахи в поисках очков и, наконец, надел их. Потом оглянулся назад и увидел город. Книги по дизайну 30-х лежали в багажнике, и в одной из них рисунок на развороте изображал идеальный город будущего. Художник явно передирал декорации из «Метрополиса» и облика грядущего, но при этом придал своему идеалу еще более геометрическую форму. Зритель как бы плыл сквозь перспективу старательно вырисованных облаков к причалам для дирижаблей и совершенно безумным неоновым шпилем. Город в книге был уменьшенной моделью того, что вставал у меня за спиной. Шпили вырастали над шпилями, сверкающими зигзагообразными уступами, взбираясь к башне центрального золотого храма, окаймленного сумасшедшими дулами излучателей из сминговских бензоколонок. Самый маленький из этих башен без труда уместился бы целиком Empire State Building. Меж шпилей парили хрустальные дороги, по которым, как шарики жидкой ртути, пробегали серебристые пузырьки. Воздух кишел кораблями. Гигантские бумеранги лайнеров, маленькие серебристые стрелки. Время от времени один из ртутных пузырьков изящно поднимался с небесного моста, чтобы присоединиться к общему танцу. Дирижабли длиной в милю, зависшие на одном месте стрекозы гирокоптеров. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я зажмурил глаза и повернулся на сиденье. Открыв их снова, себя увидеть спидометр, бледную дорожную пыль на черной пластмассе щитка, переполненную пепельницу. «Амфетаминный психоз», — сказал я самому себе. Очень осторожно, не поворачивая головы, включил фары. И увидел их. Оба они волосы. Они стояли возле своей машины, которая мне показалась похожей на алюминиевые авокадо с выступающей хребта акульим плавником и черными гладкими шинами, как у детской игрушки. Обняв женщину за талию, мужчина указывал в сторону города.
Оба они были в белом. Ниспадающие свободными складками белые одежды и такие же белые, без единого пятнышка грязи сандалии. Меня они, похоже, не видели. Мужчина говорил что-то мудрое и мужественное. Она кивала. И тут я очень испугался. Никогда раньше мне не было так жутко. Меня даже более не волновало, в здравом ли я уме. И почему-то я был уверен, что город за моей спиной — это Таксон. В этом городе, должно быть, воплотились чаяния целой эпохи. Этот Таксон мечты был реален, абсолютно реален. А пара передо мной просто возвращалась домой. И вот эти-то люди меня и пугали. Дети 80-х, которых не было до Ялты Даунс. Наследники мечты. Они были белые, светловолосые, и глаза у них, вероятно, были голубые. Американцы. В Штаты, но в результате обошло их стороной. Возможно, и так, но только не здесь, в самом сердце мечты. Здесь Америка не переставала шагать вперед, повинуясь логике сна, не ведающего о загрязнении воздуха, ограниченных запасах жидкого топлива, заморских войнах, которые можно и проиграть. Они были счастливы и до крайности довольны собой и своим миром. И в мечте этот мир принадлежал им. За мной сияющий город. Прожекторы обмахивают небо чистейшей радостью бытия. Я представил себе, как они восседают на мраморных площадях, бдительные и благонамеренные. Их ясные глаза светятся энтузиазмом, отражают блеск залитых неоном авеню и серебристых машин. Вот они, плоды пропаганды Гитлерюгенда. Я завел машину и медленно поехал вперед, пока бампер не оказался от них в 3 метрах. Они по-прежнему меня не видели. Опустив стекло, я стал слушать, что говорит мужчина. Его слова были пустыми и яркими, как цитаты из какой-нибудь брошюры Палаты коммерции, но я почему-то знал, что он безоговорочно в них верит. «Джон!» — услышал я голос женщины. «Мы забыли принять пищевые таблетки». Щелкнув замком поясной сумки, она извлекла из нее 2 яркие обладки и протянула ему 1. Задом выехав на трассу, я двинулся в сторону Лос-Анджелеса, морщась как от боли и качая головой. Я позвонил Кину с бензозаправки. С новой, в безвкусном псевдоиспанском стиле. Кин уже вернулся из экспедиции и был не прочь поболтать. Да, это уже странновато. Ты пытался сделать снимки? Не думаю, чтобы они вообще получились, но когда нельзя проявить фотографии, в историю это добавляет изюминку. Но что же мне делать? Смотри побольше телевизор, в особенности викторины и мыльные оперы. Сходи в кино, посмотри порно. Видел когда-нибудь «Мотель любви нациста»? Здесь это есть и на кабельном. Просто кошмар. Именно то, что тебе нужно. О чем это он? Перестань кричать и выслушай меня. Открою тебе профессиональный секрет. Средства массовой информации вправду способны изгонять семиотические призраки. Если это избавляет меня от идиотов с их бредом о летающих тарелках, то и от тебя отвадит этих футуроидов в стиле арт-деко. Попробуй. Что тебе терять? Потом он взмолился, чтобы я его отпустил, потому что у него ранняя встреча с избранными. С кем? С пенсионерами из Вегаса, теми, у которых микроволновые печи. Я подумал, не заказать ли мне разговор с Лондоном за счет абонента, чтобы разыскать в Бэрис Уотфорд Коэна и сообщить ему, что их фотограф отбыл на неопределенный срок отдыхать в сумеречную зону. В конце концов, я позволил кофеварке сварить мне чашку действительно убийственного черного кофе и забрался обратно в Тойоту для побега в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес оказался неудачной мыслью. Там я застрял на 2 недели.
Вот уж где земля обетованная, Даялты Даунс. Кругом мечта воплоти, и ее фрагменты расставляли мне ловушки буквально на каждом шагу. Я едва не разбил машину на эстакаде неподалеку от Диснейленда. Дорога раскрылась вдруг веером, как трюк оригами. И что мне оставалось делать, кроме как петлять среди дюжин мини-полос и жужжащих на них хромированных капелек с акульими плавниками? Хуже того, Голливуд оказался полон людей, слишком похожих на ту парочку, которую я видел в Аризоне. Я нанял его итальянца. Этот режиссер-неудачник в ожидании своего корабля сводил концы с концами, проявляя пленки и устанавливая навесы в патио вокруг бассейнов. Он сделал отпечатки со всех негативов, которые я успел наснимать по эпохе Даунс. Самому мне на них даже смотреть не хотелось. Впрочем, Леонардо это не беспокоило. Когда он закончил, я проверил снимки, перелистнув их как колоду карт. Запечатал фотографии в конверт и послал авиапочтой в Лондон. Потом взял такси до кинотеатра, где показывали «Мотель любви нациста», и всю дорогу туда просидел, не открывая глаз. Телеграмму с поздравлениями Коэна мне переправили в Сан-Франциско. Даялта без ума от фотографий. Сам он восхищен тем, как я действительно врубился и надеется поработать со мной снова. Тем вечером сплющенный бумеранг снова парил над улицей Кастро, но теперь лайнер был каким-то прозрачным и разреженным, как будто присутствовал здесь лишь отчасти. Я бросился к ближайшему газетному киоску собрать все, что было по нефтяному кризису и напастям ядерной энергетики. Я только что решил купить билет на самолет до Нью-Йорка. В кошмарном мире мы живем, а? Продавец оказался худым негром с гнилыми зубами и, судя по всему, в парике. Я рылся в карманах джинсов в поисках мелочи, занятый мыслью, как бы поскорее найти в парке свободную скамейку и погрузиться в веские доказательства того, в каком несуразном мире мы живем. Вот именно, рассеянно кивнул я. И что еще хуже, он мог бы быть совершенным. Негр, не отрываясь, смотрел мне в спину, пока я шел вниз по улице, прижимая к себе сверток со спрессованной внутри катастрофой.